Ладно, давайте перейдем немножечко от философии. Все-таки к старой гвардии. Мы тут Чикаго Буллс, короче, вообще там все на олдскуле сидим. Сталлоне. Он вот решил на старости лет... Прости, Слай. Прости, я не в обиду. Просто неожиданно было для меня, что он вдруг начал забиваться активно татуировками. Что ты можешь сказать по этому Сталлоне поводу? Сталлоне как раз хороший пример того, как надо подходить к вопросу татуировки. Угу. Человек подошел к этому уже в довольно осознанном возрасте, уже будучи состоявшейся личностью. И как художник, вдруг кто не в курсе, ребята, он художник. Ему лет 50, даже сейчас? Чего? Ему сейчас 64-65. Нет, ну начал забиваться, наверное, 55 что-то так. Он начал забиваться где-то в районе 2006-2005 года, где-то там. Ну ладно. 70, в общем, да. Короче, Слай крутой в любом случае, не так. Да, может быть, даже уже и 70, да. Суть не в этом. Суть в том, что он уже был полностью состоявшейся личностью, который уже всего, в принципе, добился. Он был известен, ну, по всему миру. Причем, повторюсь, и как художник, и как актер, и как режиссер. Даже это довольно многогранный. Прекрасный старт карьеры в его случае. При этом, заметьте, он не стартовал при этом с говна на своем теле. Кстати, тот редкий случай. Да, тот редкий случай, когда человек подошел к татуировке полностью ответственно. И... Он нашел себе хорошего мастера, чей стиль ему лично импонировал. Он обсудил с ним все проекты, что, как, зачем и почему хотел бы сделать. И он, кстати, их воплотил прекраснейшим образом. Подходящий под его кожу, он же тоже у нас смуглый. То есть, в том числе, да. Сейчас начнут просто наши российские комментаторы писать, да у нас мастера-то лучше могут портрет сделать. Но у Слая есть одна особенность, он у нас парень смуглый, поэтому супер-мега-гиперреализм ему просто нельзя делать, у него это все вылезет просто при заживлении. Так, может быть, русские мастера и могут сделать, просто я не уверен, что Сталлоне в курсе о наших топовых реалистах, как бы. Может, если он узнает, он приедет и сделает. Ну, если может быть, но я думаю, что просто на его коже вряд ли вообще это будет. Я забыл сейчас имя мастера. Да, я вот тоже не помню, к сожалению. Я, к сожалению, его забыл. Но я этого татуировщика знаю, на него в Инстаграме подписан. И за его работами я слежу сильно дольше, чем вот, Инстаграм вообще существует. Я не прочитаю. Когу? Джеффом Когу? Джеффом, может быть, Когу? Ну, в общем, я думаю, мы попробуем какой-то титр сделать. Суть в том, что у него тоже, кстати, семейные татуировки, это портрет его жены, да, глаза жены. В общем, он тоже у нас обдуманный, семейный человек, понимаешь, уже? И опять-таки с элементами и личного характера, да, что там у него тигр, да, у него там какие-то цветы, у него... Eye of a Tiger, да. Тут идет саундтрек. Да-да-да-да-да. У него привязки как бы и к его карьере, и к его философии, и к его семье, к его жизнедеятельности в целом. Но он же, кстати, тоже спортсмен, его же можно считать спортсменом? В какой-то степени, да. Почему большинство степени спортсменов говном-то забиты? Александр, ты теперь нам расскажи. Ну, вот мне кажется, да, по той же причине. Потому что, ну, во-первых, смотря каких спортсменов, я думаю, многие начинают забиваться, когда у них нет денег, просто хотят татуировки. И в фавелах где-нибудь в бразильских. Ну, если мы про Бразилию говорим, то в основном да. То есть все бразильцы, с которыми я разговаривал, они такие, типа, нахер ждать, как бы, у меня друг, друга, брат живет вот там, вот я сделаю. Как бы, ну, в итоге получается вот то, что получается. И надо сказать то, что, в принципе, наверное, 99% спортсменов вообще не парят, какие на них татуировки, как они выглядят, как бы. У Конана Макгрегора. У Конана? У Конана. Конор. А, Конор. Ну, я не спортсмен. Конор как раз 1%, вот, наверное, у которого, как бы, татуировки сделаны качественно. Но он пижон. Да, он пижон, но он... Окей. Конор. Да, можно говорить, что он пижон, не пижон, но говоря о Коноре, всегда стоит помнить, что он вообще-то парень умный. Да, вообще-то он базовый водопроводчик. Да. Нет, он человек, который знал, что, как устроено в том бизнесе, в который он хочет вступить. И он делал последовательно свои шаги. Он просчитывал свою стратегию, он просчитывал свои, скажем так, возможности. То есть для того, чтобы сделать хорошую татуировку, надо быть стратегом, а не человеком. В том числе, человеком. Потому что тебе нужно понимать, что ты с этим будешь жить вообще-то всю свою жизнь. Аллилуйя! Ты ее потеряешь только вместе с собственной жизнью, ну, либо с частью своего тела, что, в общем, почти то же Кстати, самое. Кстати, да. Тут, как говорится, гарантия 3 дня после смерти.
Как закопают, так гарантия и кончилась. Вот еще я вспомнил спортсменов, у кого неплохие татуировки. Он мало известен публике, но как бы в определенных кругах известен. Есть такой парень Дилан Деннис. Он как раз был на бое Конор Хабиба. Это тот, на кого Хабиб прыгнул через клетку. Ага. Это, кстати, он друг же, да, Макгрегора? Да, он друг, тренер Макгрегора, да. По джиу-джитсу. Вот. И у него, в принципе, ну, у него как бы достаточно... У него крутые татуировки. У него состоятельная семья. У него один рукав в Японии неплохая. И второй рукав, там, по-моему, традик. То есть на нем это смотрится все равно не очень хорошо, потому что он как цыган, если честно. Вот, но тем не менее татуировки можно посмотреть классные. Потом, ну, на ум просто на самом деле мало народу приходит. Приходит сразу Тайсон. Тайсон, конечно. Татуировка же... так себе, но как бы в плане... Но он же делает с каким-то правильным намеком, да, правильно? Если говорить о Тайсоне, да, у него какие-то ранние вот татуировки, они... технически не очень хорошо сделан, ну, это опять-таки годы, и опять-таки ну, и на нем не очень классика, видно. Да, и не очень статус. Видно, много нюансов, да, там и технических и так далее, но у него нет татуировок, которые были сделаны просто так, да? То бишь он был, опять-таки, не только известным спортсменом, он и до сих пор является достаточно активным социальным деятелем. Поэтому у него, например, Че Гевара на ребрах, да, это как символ борьбы за справедливость и за какие-то там, скажем так, человеческие ценности. Слушай, если говорить о татуировке на лице, то это, он сам об этом говорил в одном из интервью, это дань уважения его предкам, именно тем самым африканским племенам, из которых, в общем-то, современные афроамериканцы и вышли. Угу. Поэтому это не просто как бы, какая-то... Хорошее напоминание. Да, это просто не просто какая-то там наклейка на лице, это вещь, которую он хочет именно показать всем. Угу. Он не хочет чего-то скрывать, он не стесняется своих корней, и можете позволить это, да. С такими мышцами не стесняться. Вот, кстати, по поводу подходящие, плохие, неплохие татуировки. Есть такой Дэнни Трехо. Я от его татуировок просто тащусь. Мне кажется, вот так, такие портаки просто никому другому не могут так подходить, как ему. Ну, то есть, его татуировки — это его фирменный знак. И их не замазывают, насколько я понимаю, в фильмах. Как вообще, я знаю, ты знаешь историю вообще, как он попал в кино? И ну, почему? Дэнни Трехо — это человек, который сделал сам себя. Это фактически, да. Я читал однажды с ним одно интервью, где он рассказывал, что вот там уже после многих лет, скажем так, сложностей и трудностей в жизни, он попадает в США, начинает работать в Голливуде, чуть ли, в общем-то, не грузчиком, и эпизодически играя в массовке. И в какой-то момент, ввиду его весьма колоритной внешности, один из режиссеров, ну, пригласил его на эпизодическую роль сыграть бандита при ограблении банка. И он там, скажем так, показал себя блестяще. И после чего режиссер спросил, что, ну, как бы, ты же вроде не актер, а как так сыграл? Он говорит, а я, мне не надо играть, понимаешь? Я когда-то это делал на самом деле. Да, то бишь вышиб ногой дверь, уложил всех в морду, там, кого-то пристрелил, да. Я, говорит, просто знаю, как это выглядит на самом деле. И мне здесь не надо играть. И после этого, именно на такую специфическую роль, его начали приглашать все чаще. После чего он начал обучаться уже каким-то мастерству актера. И постепенно вышел. Человек просто сделал сам себя. И он подает, насколько я знаю, у него там много всяких компаний, там, ну, каких-то благотворительных в том числе. Как вообще выйти из этого криминального мира? Да, он много работает с тюремными заключенными, он работает с наркоманами в различных специальных центрах. Он работает с переселенцами, беженцами из Мексики. В общем, он красавчик. Достаточно активную деятельность ведет человек именно в социальном плане, потому что он сам социального дна, и он знает, насколько там все плохо. И, возможно, и его татуировки тоже оттуда же. Они именно они были настоящие красивые, тюремные. Да. Мачете, не смс. Да. Это хорошее. У нас еще есть такой человек, как Джеймс Хэтфилд. Джеймс Хэтфилд, вокалист группы Металлики. Ну, ты Семен Семенович. Да, все знают Металлику, но не все знают, как зовут человека, который играет на гитаре и поет в этой группе. Он просто владелец таких достаточно старых татуировок, и несмотря на... Когда он их, наверное, 90-х, да? На самом деле, не особо-то старых. Ну, вот эти самые первые-то. Почему некоторые татуировки на нем смотрятся плохо? Потому что он начал делать татуировки после того, как получил ожог. А, так. Это было не очень... удачная история с концертом, когда он ошибся с своей позицией на момент на сцене и просто попал под фаер-шоу. То бишь у них всегда на концертах эти вот столбы огня вылетающие. Он просто неправильно встал в ненужное время. И его опалило, ему обожгло руку, ему обожгло лицо. И... Вообще сам Бог велел татуировки-то делать. Да, да. Все и правильно. После того, как он прошел там курс лечения по восстановлению, естественно, ну,
человеку не очень хотелось вот, выглядеть со шрамами. И он начал их постепенно закрывать. И вот, кстати, я смотрю, он именно сделал татуировку, видимо, на этом месте. Это вот карты в огне, надпись «Carpe Diem». Кстати, тоже очень популярная надпись на запястьях, лови будем момент. Будем говорить о том, что у Хэтфилда все татуировки, опять-таки, привязаны к его философии, угу. которая полностью перекликается с философией группы Metallica и с текстами их песен. У них есть песня 96-го года, ага. которая так и называется «Carpe Diem Baby». Да. Вот и именно к этому оно и привязано. То бишь все его татуировки – это отражение его философии, это отражение его жизненных взглядов и каких-то разных, скажем так, увлечений. Например, татуировка эмблемы фирмы Ford, потому что он является фанатом. Ага. Он ездит на старом Форде, который, можно, увидеть, подходит, который можно увидеть, кстати, в клипе к фильму «Миссия невыполнима». Угу. Они писали саундтрек, и там вот он на личном Форде. Вот в клипе носится, там довольно красиво все это исполнено, да. А вот я нашла еще последнюю его татуировку. Угу. Такой пушистенький леттеринг у нас. Это тоже фраза из их песни. Вот текст татуировки из песни Metallica. А что за текст-то? Угу. All children touch the sun, burn fingers one by one. Да-да-да, это тоже старая их песня 90-х годов. Но на самом деле интересно, и опять же таки, просто у него такие старые татуировки, они настолько как-то органично с ним смотрятся. Опять-таки стиль. Человек да, сам по себе, у него отличное чувство стиля, у него прекрасный вкус во всем. А вот теперь в одежде, в музыке, в подборе вот, всего, что к этому прилагается. То бишь, не стоит забывать, что человек и байкер, и любитель автогонок, и при этом человек живет на собственном ранчо, выращивает там... Огурцы, помидоры, разводит пчел и, в принципе, ведется обычная жизнь. А теперь представим его татуировки на Джастине Бибере. Ничего не получится. Вот это потому что совершенно разные концепции мировоззрений. И разные люди. Это просто невозможно. Как круто смотрится на нем и как это было бы вообще непонятно на Джастине. Да, но не будем забывать, что товарищ Хэтфилд, он Джастину, в общем-то, в отцы годится по возрасту. Согласна. Это разные поколения, это разные культурные слои. И опять-таки разные стилевые совершенно направления. Может, он его отец, но не признается. Это вряд ли. Такой, типа, блин, ну тогда. Мы сын такое говно делает, типа, нет. Это тяжело. Мне еще вот по поводу надписи, да, раз мы начали, мне понравилось, я смотрела про Леди Гагу, могу подвести вам просто сразу итог, она забивает только левую часть тела, потому что она обещала правую сторону тела не трогать папе. Но прикольно. Она все равно нарушила маленький свой, ну, свое обещание. Она сделала здесь, по-моему, саксофон на этой руке. Но суть в том, что у нее здесь маленькая тоже татуировочка. Все свои татуировки, практически все, она посвящает своим фанатам. Она их называет «Мои монстрики». У нее есть и рука монстра в честь своих фанатов. Есть и надпись «Little Monsters». Опять же, тут единорог. Кстати, интересно, что у нее есть портрет Дэвида Боуи. Ну, Дэвид Боуи – это человек-легенда всех времен и народов. Круто выглядит или нет? Татуировка у него. Вот, смотри, как она выглядит. Ну, выглядит соу-соу. Есть вот эта вот мышка, это в честь ее сестры. Почему-то мышка такое ощущение, что со шприцом стоит. Да, мышка-наркоман. Мышка-наркоманка, но на самом деле мышка-швея. Это в честь ее сестры, у нее вот про неправильное, да, вообще восприятие, как сказать, неправильное восприятие да. татуировки, да, полное ощущение, что мышка просто бахается. Это просто неправильное, ну неправильное, да, ну все неправильное, но ладно, окей, пусть это будет стайлак. Но то, что мне понравилось, даже шрифт такой неплохой, но очень классная надпись, просто хочу поделиться. Написано, естественно, на английском, по-моему, вам русский перевод. И в самый темный час ночной признайся, умрешь ли ты, коль запретят тебе творить. Окунись в свое сердце, куда корнями ушел ответ, и спроси себя, должен ли я творить. Ну, мне кажется, это очень классно. Вы представляете, сколько народ красиво. Посмотрит этот выпуск и будут приходить. Ну, надпись длинная, надо делать покрупнее, у нее написано мелко, но в условиях того, что у нее все татухи практически стрёмные, смотрится-то неплохо. Ну, Леди Гага это такой эпатажный персонаж. Эпатажный фрик, который не скрывает того, что она эпатажный фрик, и как раз именно на этом выстраивает свою концепцию. Да, кстати, поэтому есть... тут опять-таки стоит помнить, да, что это человек, который именно свою концепцию выстраивает. Потому что она не передирает с кого-то что-то, какие-то там стилевые фишки и так далее. Да, у нее прям свое. Да, у нее все свое. У нее там уважение к Дэвиду Боуи, она сделала портрет Дэвида Боуи. Почему нет? У нее там
любовь к сестре, она делает татуировку, посвященную сестре. Соответствующую как-то, ну, ее мировоззрению о сестре. Ну да, есть. Да. Поэтому почему нет? Ладно, окей, со знаменитостями все понятно. А, они все делают у разных татуировщиков, разные непонятные. Есть некоторые, кто привержен. Да, но всегда стоит понять, что знаменитости отражают себя, а не копируют кого-то. И это вот момент, да, который следует подчеркнуть. Хотелось бы, может быть, кто-то и копирует, мы не знаем. Ну, по ним не скажешь. Но по ним я не пока скажешь. Не знаю никого, по крайней да, мере. Да, кстати, есть такое. Вот это интересный момент тоже. Поэтому это тоже, ну, вам нравится тот или иной персонаж, следуйте его, так сказать, ходу событий. Кстати, интересно, есть одна инста-модель, ее татуировки на попе переделывали, я не знаю, ну 100 тысяч раз. И она, ей пришлось сводить сейчас эту татуировку, потому что она говорит, я не могу, и этих копий ее татуировки такое огромное количество, что ей пришлось сводить свою татуировку, потому что она говорит, я просто не могу, ну это жесть какая-то. Ну да ладно, про татуировщиков знаменитостей. У меня как-то в прямом эфире задали вопрос про Скотта Кэмпбелла. У тебя информации по нему больше. Я знаю только то, что он сделал за последнее время татуировку Трэвиса Скотту, которая мне в принципе понравилась, потому что выглядит достаточно стайлово. Не думаю, что это прям его изобретение. Это тоже какое-то такое больше это этническое. Это его веяние, да. Это именно веяние. Вот этот стилек такой графический, достаточно популярный. Но Кэмпбелл делает его весьма специфично, довольно по-своему. Ну, с намеком на ручную технику, да, есть такое? Ну, при этом он работает машинками, никакой ручной техники он не использует. Вот это важный момент. Да. Это тоже об этом важно помнить. У него делали татуировки огромное количество знаменитостей. Но когда я искала как бы хороших вариантов-то, ну вот это что? Это Марк Джейкобс. Он дизайнер, да, знаменитый там и так далее. Но что это вот у него? Звезды татуировки? Тоже типа у него? Да, это он ему делал эти звезды. Ну да, и все это татуировки. У него есть Спанч Боб, вот есть у него, пожалуйста, татуировка. Но я не вижу здесь какого-то авторского стиля. То есть, как бы. Ну, тут стоит понимать, что не все же татуировщики могут навязать свое мнение тому или иному человеку. Тем более, что дизайнерская среда, кстати, они достаточно однотипно законы, стоит сказать. У них какая-то своя вот атмосфера, своя аура, своя тусовка. И они в этой тусовке все примерно одной концепции в татуировке. Татуировки придерживаются. Это какие-то такие своеобразные ляпчики. Но стоит сказать, что при этом, при подборе одежды, эти ляпчики смотрятся, черт возьми, круто. Но вот но, Пенелопа. Опять-таки, при поддержке образа. Пенелопа Круз. Вот это что? Что это? Кабачок, наколю тебе портачок. 8, но это 8, какой-то 383 или 883. Ну просто, ну это как бы обычная татуировка. Почему люди идут-то именно к нему? Потому что, видимо, он уже проверенный мастер. Он сделал Пенелопе, точнее не так, он сделал Вирджил Абло, который вот этот Off-White, да. Он стилист, был стилистом Кани Уэста. Соответственно, он сказал, Кани, братан, у меня есть татуировщик, давай тебя заколем. Кани сделал у него татуировку. Кани, он лидер мнений даже среди знаменитостей, поэтому все эти знаменитости начали тянуться к Скотту, и никто не делает по факту вот той самой индивидуальной, прям супер продуманной татуировкой. Они делают, ну вот такого, может быть, я не нашла, но самая удачная татуировка — это Трэвис Скотт, ну для меня. Не, ну это же естественно, когда люди типа советуются, вот кто-то там сделал первую татуировку. Это сарафанное радио. Вот, и типа, у тебя нет, условно говоря, понимания, чего ты хочешь, но что-то ты хочешь. И там вот он говорит, я сделал у него. Иди к нему, он подскажет. Человек приходит и говорит, хочу 888. Он говорит, говно вопрос делаем, где? Вот здесь, все, ба. Да, ну вот у Беллы ходили. Не заболели, не воспалилось. Все круто, все как бы. Ну это крылышко. Ужасно, но просто вопрос не в этом, а в том, зачем просто люди с улицы повторяют. Ну, говоря о Скотте Кэмпбелле, это достаточно старый известный татуировщик, который действительно делает крутые татуировки. Он владелец одной из лучших студий в Америке в целом. У него очень крутой состав татуировщиков в студии. То есть он отбирает. Вот, да. И поэтому здесь опять-таки все то же, что звезды, какие бы они там ни были известны и так далее, далеко не всегда имеют соответствующий, скажем так, культурный уровень. И они делают то, что близко им. И это далеко не всегда хорошо. Но, как бы, получается, тату-мастер не может слишком противоречить, чтобы не потерять, потому здесь что... Здесь еще будем учитывать маленький фактор менталитета американцев. Они, в принципе, не очень любят спорить. Ну, типа, окей, бро. Да, они либо соглашаются с мастером,
либо мастер соглашается с заказчиком. С другой стороны, если вот смотреть с точки зрения маркетинга, ну, сделала себе там Kendall Jenner эту стрёмную татуировку внутри рта, но к нему будут идти огромное количество клиентов, среди которым он сможет объяснить, что можно сделать круче. Если захочет. Если захочет объяснить. То есть в этом, наверное, ну, тоже есть какая-то... Наверное, не все хотят тратить время на то, чтобы целыми днями людям объяснять. Потому что это довольно накладно. Угу. Как говорил однажды Жора Бардадин, довольно известный российский татуировщик, ныне проживающий в Америке, кстати. Да. Он так говорил, что очень часто приходится тратить на общение с человеком времени сильно больше, чем на последующую татуировку. Это эффект бабочки. Если ты объяснишь человеку сейчас, почему... Может быть, он даже уйдет, но у него может посеяться какое-то зерно в голове, которое прорастет в что-то хорошее. Кто-то пойдет и сделает в соседний подъезд подворотню, а кто-то задумается и потом придет через 5 лет и скажет спасибо, что вы мне тогда уберегли от этого. Здесь опять-таки вопрос еще и самих мастеров, потому что среди мастеров тоже далеко не все хотят заморачиваться. Согласна. Очень многие пришли сюда точно так же просто сделать денег. Это бизнес. Да, это бизнес в любом виде. Сейчас неважно, будет ли бизнес. Это татуировщик там экстра-класса с мировым уровнем и супер там уровнем рисования, либо это будет просто обычный технически хороший мастер на Арбате. Угу. У них неважно. Там. Макдональдс. Да. И там это бизнес. Ну, у всех же звезд есть помощники чаще всего, да? Ты же общаешься не напрямую со звездой, а с менеджером и так далее. И просто он сидит и говорит, типа, позвони, я хочу татуировку такую. Да, и реши вопрос. Менеджер звонит и говорит, мой там клиент хочет такую татуировку, это тот-то. И, как бы, может быть, татуировщик объясняет менеджеру то, что это, типа, говно, но менеджер не хочет спорить, потому что он боится, то, что его начальник, как бы, будет жахать вот за это. И он такой, говорит, нет, мы сделаем так, в итоге, как бы, татуировщик думает, блин, похеру, соглашусь. Соглашается, как бы, и уже клиенту не говорит то, что надо что-то изменить, там, увеличить или перерисовать. Да, просто делают свои нюансы. Просто делают, а потом люди видят и думают, блин, ну, типа, там, я не знаю, о ком мы там говорили, я забыл их имена, слишком трудно. Да. Вот. И такой, ну, он же сделал, он же зарабатывает 30 миллионов долларов в год, он же знает лучше, чем ты. Ну да, что он вроде как он был поиск. Он успешный, как бы, эта татуировка ему успешности добавила. Никто не думает, что он успешный был до того, как он эту херню сделал. Ну, согласна. Ладно, давайте завершим вот про Скотта Кэмпбелла, и, в принципе, это будет концом нашего выпуска. У него был такой тур, называется «Hall Glory», благодаря которому... Порнуха. Надо это переговаривать, наверное. Занятное название, да. Ладно, не переговаривай. Благодаря которому желающие могли получить бесплатные татуировки от именитого мастера, не зная, что он им набьет. То есть у нас то ли в гараже, по-моему, было такое сооружение. Да, я слышал про это все. Человека в дырку, не видя мастера, и мастер не видел человека, он ему просто лепил татуировку свободного эскиза, видимо, как будто рисовал, что-то осталось и фигарил, не видя человека. Для меня вот всегда очень важно, почему я всех всегда на консультацию зову, посмотреть, познакомиться, прочувствовать мягкий, твердый, дерзкий, там, какой человек. Да, ну то есть, чтобы татуировка, когда ты ее рисуешь, она подходила своему хозяину. И для меня вот эта акция, это мега странно. Это какое-то супер подчинение просто, кали меня полностью. И для меня на самом деле это дико и неоднозначно. И потом еще, когда я узнала, что это вроде как, ну это не точно, еще параллельно было с Хеннесси, он там делал то ли этикетку, то ли что-то, такое ощущение, что просто там типа подбухнул, сунул и нормально. Ну, то есть, вот вы как думаете? Мы же на конвенции с тобой были, помнишь, в том году то же самое было. Да, ну мы сейчас просто вот этих людей, кто готовы отдаться, не глядя. Это просто продукт современного общества, современные тенденции, современной моды. То есть, получается, человек хочет сделать татуировку не потому, что татуировка, а потому что это модный татуировщик еще. Нет, здесь сейчас это звездный. Даже им даже не важно, что это за татуировщик и так далее. Просто сейчас, в принципе, так модно. То бишь, вот это вот якобы живи здесь сейчас, живи быстро, бла-бла-бла, неважно, что дальше. И бесплатно. Да, и а тут еще бесплатно. И халява, как бы. Ну, мне почему-то кажется, они именно так это об этом говорили. Это очень-очень многослойная каша, которую вот так за 5 секунд не объяснить. Можно потому что тут очень много нюансов. Хорошему татуировщику, ну, на своем примере просто. Как вот, я в Барселоне попал к крутому мастеру и за достаточно дешево, без очереди сделал охеренную татуировку, но только не сунул, блядь, ногу в непонятную дырку, мне что-то там накололи. А он мне сделал то, что я хотел. Ну, я заплатил не сумасшедшие деньги. Совершенно. Причем мы были уверены, что у него там была безумная запись, это Харикицун.
А он такой, о, раз, ребята, садитесь, мы такие, что? Да, за полтора часа, как бы он говорил татуху, и мы довольно уехали там, причем... В общем, что? Как нам подвести эту историю? Думайте своей головой, не поддавайтесь на какие-то веяния, а если вы хотите, ну, татуировка это не кроссовки, можно выиграть дроп, но точно так же можно выиграть татуировку, но от кроссовки ты относил, перепродал, выбросил, все что угодно, а как бы руку не так просто отстегнуть. Всегда стоит помнить, да, что мода это вещь, которая приходит, уходит, постоянно меняется. Она то меняется раз в 5 лет, то меняется 5 раз в год. И знаменитости, то они крутые, то они упали, Джонни Депп скатился, говорят. Да Джонни Депп, ладно, а как этот чувак, который, блин, вот, я на имена не помню. Да ну и. Ну его, короче, начали буллить по полной программе, там, типа, на Каннский фестиваль. А, за насилие, да. Или за что-то там, ну вообще просто в говно смяли, там, отказались от контракта. И Леди Гага сделала себе татуировку жертвам насилия после этого. Фильмы его сняли, а потом в итоге, типа, его карьеру просто убили, и тут сказали, да не, мы напиздели, как бы. Его сейчас вроде как бы восстановили в правах, ну просто ты, типа, там, не знаю, заработал себе седые волосы, потерял все бабки, а потом, ну, как бы... В общем, нельзя смотреть. Звезд. Можно смотреть на знаменитости, смотреть, что они делают, но обязательно примерять это на себя, понимать вообще, как тебе с этим будет жить, и обязательно менять. То есть никто не мешает тебе сделать там рукав, как у того же Бекхэма, сколько бы мы ни говорили. Но у него есть именно определенная стилистика исполнения. Если вы вложите и перерисуете какие-то свои важные символы, в тот же, это что, это какой-то псевдореализм такой какой-то смешанный. Чикана, немножечко чикана, щепоточка, то если вы найдете хорошего мастера, он вам все сделает круто. Главное, подберите мастера, доверьтесь ему, все будет. Огонь. Не будьте копиями, будьте с собой. Yes! Сегодня у нас вышел очень философский выпуск. Ребята, если вам понравилось, обязательно лайкайте, подписывайтесь. Не забывайте ставить напоминания о моих новых выпусках, мне это важно. Тогда я понимаю, что я все это делаю не зря. Спасибо нашим гостям и до новых встреч. Бичез. Ты знаешь, что это орехи в рот набирать?